Всех приветствую, дорогие друзья. Итак, Нива Бронта наша. Сегодня я вам отвечу на один такой прям вот злободневный, животрепещущий вопрос. А есть ли салонный фильтр на этом автомобиле? То есть вот воздухозаборник, да, идет туда, в систему вентиляции воздух. Есть или нет фильтр? Вот информация реально такая труднодоступная, сложно ее найти, поэтому расскажу подробнейшим образом. Значит, он как бы есть, но его как бы нет. Вот так я вам скажу, потому что с завода их почему-то не ставят. То есть машина приходит, вот эта вот резинка, она приклеена на клей. И все. А если мы снимем вот эту вот решетку, вот так вот ее снимем, да, мы обнаруживаем там вот что. И видим вот здесь вот такую вот как бы нишу, что ли, как правильно назвать. Такое вот отделение, что явно видно, что туда фильтр-то должен устанавливаться. И действительно, фильтры есть. И выглядят они вот так вот. То есть вот, пожалуйста, фильтры есть. И сегодня мы с вами этот фильтр сюда поставим. Ну, здесь уже стоял фильтр. Я просто решил его поменять на угольный. Вот угольный. То есть, вот и покажу, как это делается. Значит, ну для начала давайте распакуем то, что я приобрел. Да. Так. Давайте. Вот. Сделаем это. Заказать можно где угодно, хоть на Wildberries, вообще без разницы. Они продаются везде, эти фильтра. И вот так вот он у нас, вот, ребята, выглядит. То есть уплотнение есть вот. И сам вот фильтр такой, видим, вот там вот угольные самые прослойки. Направление воздуха. Вот. В общем, короче, смотрите. Ну, оставится фильтр следующим образом. То есть вот направление воздуха видим. Вот этой штукой к низу. Вот не так, а вот так. Вот. Показываю в деталях. Просто вот берем. Так вот раз и все. И он у нас на месте. То есть вот он подожмется. Вот так вот. Вот смотрите. Так вот раз. И два. И все. Воздух теперь у нас будет в салоне, друзья, какой? Правильно, чистый. Все. Надеюсь, был полезен. Всем пока. До новых сюжетов. А побольше газ. Так. Чем вот так вот? Кладем ленты. О! О! Видите как? И все. Thank you.
помощью тросиков эти ленты будут подтягиваться вниз под колесо, и машина немножко будет подаваться вперед. Надо добиться того, чтобы машина заехала на ленту. Вот. Видите, ее вытягивает. Раз, все. Ага, вот видите, вот они. Вот оно. Сейчас тросики открепляем. Вне всяких сомнений, система спасения на бездорожье – это современное многофункциональное средство, которое должно быть в каждом автомобиле. Посмотрите, даже ответные части можно использовать в качестве опоры для домкрата. Для заказа системы спасения на бездорожье обращайтесь по телефону, который сейчас вы видите на ваших экранах, либо по электронной почте, которая также появилась на экране. Актуальные цены на систему спасения смотрите внизу в закрепленном комментарии. Доставку товара мы обеспечиваем в любой регион России и ближнего зарубежья по льготным тарифам.